Каждая жизненно важная сфера в уходящем году была богата на события. Спорт, физическая культура и здоровый образ жизни среди первых интересов у ульяновцев. Отсюда и развитие, новые открытия и победы. Достижения отметили на итоговой в этом году встречи спортивного сообщества. Одним из самых значимых событий года стало открытие дворца единоборств в Дальнем Засвияжье. Более 4000 квадратных метров для кикбоксеров, боксеров и борцов. А в Заволжском районе заработал центр спортивной борьбы. Яркая картинка этого года – это появление в нашем городе, для жителей нашего города, современных двух спортивных объектов, которые благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография», ну и при непосредственном поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина и нашего губернатора Алексея Юрьевича Русских, в нашем городе появились эти два замечательных объекта в двух новых жилых районах. Не менее яркими были спортивные соревнования, грациозный и ослепительный всероссийский турнир по художественной гимнастике, а также поволжские и региональные состязания. Чемпионат России по бодибилдингу проходил в регионе впервые. Сильные, красивые и рельефные спортсмены со всех уголков страны приехали в регион и остались в восторге от высокого уровня мероприятия. На турнир памяти Петра Минеева приехали 150 сильнейших бойцов. Волгоспорт-арена на несколько дней превратилась в октагон для соревнований. Недавно завершившийся всероссийский детский фестиваль по кёрлингу поставил красивую точку в уходящем 2023 году. Спортсменов поздравил губернатор Алексей Русских. Вы все вносите весомый вклад в развитие и становление физической культуры и спорта не только нашего региона, но и всей страны. Я искренне благодарю вас за сохранение славных спортивных традиций, за наши многочисленные рекорды, победы и достижения, за воспитание на нашей земле все новых и новых чемпионов, за плодотворную работу по приобщению наших граждан к здоровому образу жизни. В регионе активно развиваются и другие виды спорта. Легкая атлетика, водное поло, фигурное катание, мини-футбол, хоккей с мячом. Медали, кубки и дипломы лучше любых слов говорят о высоком уровне спорта в регионе. Вот один из ярких примеров. Валерия Клейменова стала чемпионкой Азии по шахматам. На торжественном собрании ее поздравили первые лица региона. Соревнование оказалось даже сильнее, чем первенство мира, потому что участвовали соперницы из таких стран, как Индия, Казахстан, Китай. И проходили два соревнования по... я участвовала по блицу и в классических. Блиц мне удалось выиграть, и в классических шахматах я завоевала второе место. Конечно, очень рада. 2024 год обещает быть не менее насыщенным. Совсем скоро, в феврале, в Казани состоятся «Игры будущего». Это абсолютно новый формат спорта. Надеемся на новые победы и достижения ульяновских спортсменов. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда, ТВ.